Че, ты видео снимаешь? Пришли кушать. Вот на другой базе, там дальше. И мы с ней разговариваем, она говорит, приезжай ты к нам на базу. Я говорю, Ксюха, я вот уже заехал, настигал. Уже паркуюсь, короче, вот уже встал, уже на море смотрю. Ербал горает, говорит, я, короче, заехал, настигал. Уже паркуюсь, такой, на экскаты, короче, уже все такое. Я говорю, блядь, да я же не об этом, я просто отписываю. Вот жаловался я, что в это лето не успел на Копчегай, а тут на Каспий. Ракушки. С ракушками. Да, это? А на море белый песок, дует теплый ветер в носок. Нет, можно. Дует теплый ветер в трусы. Да? Как-то так можно. Прикосновение Каспия. У-ху. А? Да, это парное молоко. Я просто побегу, я не знаю зачем. Уже. Уже. Ты уже бежишь? И мой репортаж с города Актау. Это зона отдыха Стигл. Алибек ин да хаус.